Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Лана Ануфриева. В этом видео я научу вас, как сделать оберег на торговлю, чтобы ваш товар хорошо покупался, чтобы ваши услуги продавались с максимальной прибылью. Для этого оберега вам потребуется своими руками сделать конверт. Конверт должен быть белый, можно его склеить скотчем, можно клеем, как у вас уже получится, как хватит вашей фантазии, ваших умений. Далее вам необходимо взять листок белой бумаги и вырезать купюру. Купюра должна быть размером с купюру старшего достоинства. То есть это 1000 рублей, 2000, 5000, либо какие купюры в вашей стране ходят. Также вам потребуется свеча зеленого цвета и нечетное количество монет. Монеты должны быть мелкие. Вот у меня 3 монеты, обратили внимание. Значит, перед собой мы кладем нашу купюру вырезанную. В правую руку мы зажигаем свечу. Напоминаю, что такие ритуалы на доход, на рост дохода выполняются, конечно же, на растущую луну. Зажигаем свечу в правую руку и капаем по всей площади нашего листа. Воск капаем, капаем, при этом приклеиваем монеты. По одной на воск приклеиваем и читаем следующий текст заговора. Как капает зеленым свеча, так капают мои доходы. Как зеленеет моя купюра, так увеличивается прибыль. Купюра, притяни денег в воск. До покупателей сверх меры. Деньги к деньгам, покупатель к покупателю. Повторяю, что данный текст заговора необходимо читать 7 раз. То есть с перерывами можно. К примеру, вот одну приклеили монету, прочитали 3, вторую приклеили еще 2, затем еще 3 раза. Но в общей сумме должно получиться именно 7 раз. Затем подождали, пока ваш воск высох, ваши монетки хорошо склеились, приклеились. И все это мы помещаем в наш приготовленный конверт. Закрываем наш конверт. Все время, конечно же, думаем о том, как хорошо наша торговля пойдет, что будет приток денег, улучшение в финансах. Затем необходимо этим же воском, этой же свечой запечатать наш конверт. Запечатываем его. Помним, что находимся в хорошем расположении духа. Думаем о финансовом росте своем, об успешной торговле. После того, как вы все это запечатали, ваш конверт воском, необходимо спрятать конверт в то место, где лежат ваши документы. Если, предположим, это какая-то у вас фирма, вы оказываете именно у вас торговля какими-то услугами, продажа каких-то услуг, то есть в то место, где лежат ваши документы. Если просто это торговля, скажем так, какими-то другими средствами, к примеру, фрукты, одежда, у вас нет никаких документов, да, или их в меньшем количестве, но у вас есть какой-то сейф, либо какое-то место, где хранятся ваши деньги, то тогда этот конверт необходимо положить в то место, где хранятся ваши сбережения, и сказать 3 слова «поработай». То есть вы склеили конверт, положили в данное место, либо с документами, либо где хранятся ваши деньги, и сказали слова при этом «поработай». Конверт, получается, должен лежать полгода. В течение полугода он работает. Работает, притягивает доход, притягивает покупателей. Спустя полгода этот конверт необходимо будет выбросить. Ну, не просто выбросить, а поблагодарить его. Необходимо будет сказать слова «спасибо тебе за то, что поработал, за то, что помог, притянул доход покупателей». То есть сказать это в произвольной форме. Выбросить подальше от дома, желательно либо закопать, либо пустить его на воду. Вот такой достаточно легкий ритуал. Он рекомендуется тем,
кто занимается торговлей. Как я уже сказала, если вы продаете или какие-то услуги, или у вас торговля, какой-то магазин, возможно, какое-то предприятие, либо вы просто работаете на себя, продаете какой-то товар. То есть такой ритуал я рекомендую вам провести на растущей луне. С вами была ваша Лана Ануфриева. Всем любви, благополучия и, конечно же, успешной торговли.